Когда меня спрашивают, почему моя фирма представлена в ТТП-центре, ответ он очень простой. Это реальная возможность локальных бизнесов попасть на международную арену русскоговорящего рынка. Как это работает? Каждый член торгово-промышленной палаты не имеет значения где. В Казахстане, в Узбекистане, в Азербайджане, в Армении, в Москве, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в Израиле. Если он говорит на русском языке, и если он не говорит, это тоже важно, может бесплатно присоединиться к этой системе при условии, что его торгово-промышленная палата вошла в наше сообщество. О том, как войти в подобное сообщество, вы должны обратиться по месту своего проживания в ваш непосредственно филиал торгово-промышленной палаты на территории всего постсоветского пространства и Израиля. О том, что это вам даст, я вам расскажу в двух словах. Это уникальная возможность получить одновременно и пиар, и рекламную площадь, и продажную площадь для представления своих товаров на продажу. Ваши фирмы. Плюс новости. Плюс анонсы вашей фирмы. Плюс бизнес-предложения. И, естественно, есть возможность получить баннеры, возможность ставить свои рекламные статьи. И, что называется, ягодкой в данной ситуации является абсолютно бесплатная визитная карточка вашей фирмы в качестве сайта, который строится ТПП-центром. По всем этим вопросам вы можете обращаться в филиалы ваших торгово-промышленных палат, либо к Валерию Мигирову на прямую через контакты, которые вы найдете на сайте www.tppcenter.com.